яйцо удачи. Разбейте яйца и получите полный комплект обликов перевозчика душ. Блин. Это что? Кавалерия героя. В ряды вступает совершенно новый герой. Типа как классная кавалеристка такая. Это как же, когда она скачет на коне, что ж тут с этими вот сиськами, если просто так и то подрагивает. Так, яйцо удачи. Бесплатно. Так, бонусные награды одна. Так, поздравляю. Не понял. А что если... Ой, тут все так непонятно. Пошли в лавку. Забрать все. Хорошо. Вот класс, я эссенцию кристаллов закупил. Теперь могу там что-то уровень героя, то есть этого повелителя морей там, который Зевс. Давай тут бесплатно все пособираем. То я не заходил несколько дней. Тут вот основное улучшить цитадель до 18 уровня. И может быть пойдет игра дальше. Ну а пока уперлась и все. Так, ладно. Тут 8 часов на тренировку уйдет. Так, а давай повыставляем. И еще раз. Нет подходящих, значит, по трем позициям выставили. И
пока уходим, так сказать, по своим делам. Так. Значит, вот такое получается, если нет. Если вот таких два. Так, это я сделал. А таких четыре получается вот таким образом. Сейчас. Вот так. А, еще ж. Такое. Вот так. Задача решена. Получили одно золото. Так, тут вот еще что-то спрятано. Есть для русалки. Работа еще. Ну. Оно тут попробуй поискать. А мы пока заглянем, что тут почти. Ну, короче, тут везде поражения, шпионы. Ну. Так, отправились в убежище. Чтобы их оживить. Убили ноль, потеряли ноль. А, ну это как если не явился на матч в футболе, то засчитывается. Засчитывается. Поражение. Так, призрачный огонь. Боевая пертышка. С Новым годом. Я уже забрал эту награду. Счастливого Рождества. Тоже уже забрали награду.